Некоторые фразы, брошенные в сердцах во время ссоры или пребывания в плохом настроении, звучат грубо и обидно, но после примирения человек просит прощения, и все встает на свои места. Однако существует одна фраза, на которую стоит обратить особое внимание, и если человек произнес ее хотя бы раз, дальнейшие отношения с ним не имеют никакого смысла. Звучит эта фраза так: «Не общайся со мной, если я такой плохая или плохой». Она может быть сказана в разных вариациях, например: «Ну вот я такой человек, ничего не поделаешь». Или: «Если тебе во мне что-то не нравится, я никого не держу». Но смысл один и тот же. Человек, произносящий эти слова, пытается ставить скрытый ультиматум – либо так, либо никак. Собеседник желает, чтобы общение строилось по его правилам, и не предлагает никаких альтернатив. Когда человек так себя ведет, он имеет в виду следующее: «Я не собираюсь меняться и общаться буду с тобой лишь так, как сочту нужным. Принимай меня и терпи таким, какой я есть. Либо ты терпишь, либо уходишь. Твое мнение – пустой звук, я не буду что-то в себе менять ради тебя». Другой неприятный момент, скрывающийся за этой фразой, она может прозвучать как признание, что мы настолько не важны собеседнику, что ради нас не хочется и палец о палец ударить. Эти слова – яркий сигнал дисгармонии в отношениях, в которых один человек готов идти на компромиссы, а второй не хочет делать ничего. А без подобной взаимности нельзя выстроить ни одну из существующих форм отношений.